Я сейчас в одной из своих любимых кофеен, Верлена, Покрадки. В планах сейчас выпить кофе, немножечко поработать и встретиться с Машей. Пью капучино впервые за миллиард лет. В заведениях я всегда беру американо, а дома делаю себе дриппы. Подобное своим цветом. Вторая вещь, на которую я уже давно смотрю, это кардиган волосатенький у бренда Чукс. Тоже такие были подобные. Мне кажется, очень уютно. Сегодня тепло и солнечно. Не устаю удивляться этой зиме. И мы с Сашей решили поехать на залив. Мы добрались до Лисьего носа, до залива. Здесь просто как на Антарктиде, я не знаю. Бесконечный лед. Сашуля у нас на льду, естественно. Немножечко экстрима никогда не будут лишними для Саши. Я даже надела очки солнцезащитные, потому что у меня болят глаза, когда ярко. Солнце ушло, но здесь просто белоснежно-белый снег, который слепит. Нет, Саша сказал, что лед очень... Можешь замолчать? Нет. Саша сказал, что лед очень толстый. Вышло тоже. Здесь есть очень классный спот, где растет высокая трава, мы сейчас направляемся туда. На самом деле, в теплое время года здесь безумно классно. Зимой, конечно, тоже симпатично, но зима есть зима, знаете, долго времени здесь не проведешь. В моей жизни настал день, когда я поняла, что все, нужно избавляться от вещей, которые я не ношу. В моем гардеробе уже накопилось так много вещей классных. Они мне очень нравятся, но я понимаю, что они уже совсем не в моем вайбе. Когда я носила их, я была совсем другой. И я вряд ли я буду носить их сейчас снова. Поэтому, да, какими бы классными они не были, но с ними уже пора расставаться. Вторая сложность, с которой я сталкиваюсь, когда начинаю фотографировать свои вещи на продажу, это то, что половину из них я хочу оставить себе. Сегодня мы должны с этим справиться. Мы здесь должны с этим справиться. В планах сейчас сходить в ателье. У меня есть брюки очень красивые, вельветовые. Но они чуть-чуть не подходят мне по длине. Уже очень давно хотела их укоротить. И, знаете, мне все время очень лень ходить в ателье почему-то. Хотела показать, что на мне надето в походы на районе по каким-то делам. Во-первых, недавно в моем гардеробе появилась вот такая сумка.
потрясающая, мягкая, в форме сердечка. Скоро 14 февраля. Это бренд российский, московский, Street Pie. Эта сумка еще развязывается здесь и превращается как бы в такую более большую. А вот эту я купила на Уделке. Кто из Петербурга, тот понял. Это как такой большой секонд под открытым небом. И трикотажные брючки Lime. Обожаю их. В общем, вот такой вот наряд. Еще у меня появилась вот такая обновка. Это, как называется, свет с рассеивающей штукой. Я очень хочу снимать рилсы классные, красивые, с макияжем. Поэтому подумала, что мне нужна лампа какая-то более-менее хорошая. Не знаю, как по факту понравится мне эта штука или нет. Стоила она 3 копейки на Озоне. Взяла пока попробовать самый бюджетный вариант. Просто чтобы попробовать. На улице сегодня минус 15, даже больше. Короче, холодно, просто жесть. Мы приехали работать в коворкинг сегодня с Сашей, потому что дома сидеть сил нет. Как обычно, гулять сегодня невозможно абсолютно. Как вы уже поняли, у меня сегодня была съемка, и фотографировала меня, как обычно, моя любимая Машенька. Сейчас время без 25, я отчаянно пытаюсь побороться со сном. Почему-то весь день сегодня безумно хочу спать, даже две чашки кофе не помогли мне
почувствовать себя пободрее. Хотя обычно кофе мне с этим очень помогает. Вечером планы такие, что мы поедем с Сашей к Маше домой и ее молодому человеку. Будем знакомиться, и я увижу пёселя. У Маши очень-очень большой пёс. В первой половине дня поработала. Главное сейчас не уснуть. Скорее всего, если я усну, мне станет потом плохо. Сегодня на съемке Маша притащила с собой наборчик для того, чтобы чистить объектив. Помогла мне убрать одну соринку, которая была внутри объектива. Не знаю, как там называется эта штука, когда снимаешь объектив. И это так круто иметь друзей, которые увлекаются примерно тем же самым, чем ты. Much longer, my heart's getting weak. It's not getting any stronger. You keep me so. Вы удивитесь, но... Победитель! Ну что, узнаем правильный ответ? Я вообще не понимаю. Если вы на моем канале впервые, и мы еще не знакомы сильно, у меня генерализованное тревожное расстройство. Мне его поставил психиатр, естественно, в ноябре 23-го года. И я сейчас на фармакотерапии, принимаю антидепрессанты и также занимаюсь с психологом. С начала этого года я поняла, что снова чувствую себя не совсем хорошо. Меня снова начала беспокоить тревога, но как будто бы она проявляется уже немного иначе, чем раньше. На днях я решила, что хочу обеспечивать себе большую социальную гигиену. Речь идет о смартфоне и социальных сетях. Я поняла, что мне становится тяжелее. У меня появляется ощущение опустошения, снижается настроение, когда я много времени провожу в социальных сетях. Да, это моя работа, но также моя работа, считаю, это обеспечивать себе нормальное, комфортное состояние, позитивное настроение для того, чтобы иметь возможность заниматься такой деятельностью, создавать креативы, снимать, делиться чем-то и иметь, в общем-то, силы для того, чтобы это делать. Не брать телефон в руки в первую часть после пробуждения и перед сном. Это как бы просто основа основ, я считаю, для того, чтобы сохранять свою эффективность в этой жизни. У меня в голове родилась отличная метафора на эту тему. Например, когда вы заводите машину, вы ее заводите, даете какое-то время двигателю для того, чтобы он прогрелся, для того, чтобы там произошли какие-то процессы, чтобы все системы изнашивались меньше. Нужно, чтобы машина сначала прогрелась. И то же самое с нашим мозгом. Когда мы просыпаемся, из 0% мы переходим сразу же в 100% мощности нашего мозга, когда просто включаем свой телефон. И вечером действие происходит то же самое, только в обратную сторону. Нам нужно дать мозгу отдых и снизить процент активности для того, чтобы нормально спать, нормально восстановить свою энергию, потраченную за день. И следующее, к чему я пришла, не брать телефон
в руки в течение дня, не затыкать свою скуку сидением в телефоне. Не врубать телефон тогда, когда мне скучно, лень делать свою работу и хочется попрокрастинировать. Не ходить в туалет с телефоном, когда мне хочется отдохнуть. Да, кстати, с отдыхом вот у меня как раз сильные проблемы из-за ГТР. В общем, да, я очень люблю социальные сети, я в восторге от того, какое количество знаний, информации, всего-всего они нам дают, но пользоваться ими нужно однозначно, включая мозг, и рационально, грамотно для того, чтобы не доводить себя до состояний эмоциональной ямы, когда ты насмотрелся вот этих коротких видео, не знаю, просидел час и чувствуешь себя после этого, как будто бы ты работал, потому что мозг просто устает от вот этого бесконечного потока информации.